Всем огромный привет! Вы на канале Pennywise Play. Сегодня я покажу вам, как и что нам понадобится для того, чтобы заполучить нашу лошадку. Поехали! Чтобы получить лошадь, нам нужно сначала прокачать 8 уровень. После этого мы можем делать сухой корм, грубые поводья, седло, конские доспехи и корм, которым им можно приманивать и усыплять бдительность лошади во время того, как мы будем ее ловить. В инвентаре мы будем крафтить нежный сухой корм, который понадобится для усыпления бдительности лошади. Я вам покажу потом, как его применять. Также мы будем сделать в инвентаре поводья. И нам остается сделать только седло, которое мы будем использовать. Находим нужную нам лошадь. Кидаем вот этот сухой корм перед ней. Она к нему подходит, начинает его есть. И тем самым усыпляет свою бдительность. Потом мы к ней сможем уже достаточно легко и быстро пристроиться сзади. Перед тем, как залезть на лошадь, обязательно возьмите вожжи. Здесь все просто. Подходим к ней, нажимаем на Е и ведем ее в абсолютно противоположную сторону от того, куда хочет наша лошадь. И тем самым мы зарабатываем очки приручения, у нее накапливается потом ярость. Когда накопится ярость, будут КТЭшки, но они достаточно простые, надо будет нажимать на левую и правую кнопку мыши в зависимости от того, что будет появляться на экране. Но также может произойти, что она вас бросит после этих КТЕшек. Ничего страшного, надо просто выждать какое-то время, у нее будет со временем спадать ярость. После этого мы можем опять попробовать ее оседлать и продолжить приручение. Еще совет, когда будете приручать лошадь, старайтесь выводить ее на открытое пространство, чтобы ее не потерять, потому что она может убежать в лес или в лагерь каким-нибудь NPC, они ее там просто грохнут, или она потеряется, и все. И вы будете затрачивать гораздо больше времени на ее поиски. Все, когда лошадь уже у нас, мы просто даем ей опять имя, надеваем на нее седло, и все готово. Надеюсь, этот ролик был вам полезен. Если остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайк, подписывайтесь на канал. Всем большое спасибо за просмотр. Всем хорошего денечка. До встречи на следующем видео. Всем пока.